Спортсменки к матчу готовы. Баскетбольная команда «Спарта НК» провела первую игру в новом сезоне премьер-лиги чемпионата России, в рамках которого состоялась встреча «Спартанок» с красноярским «Енисеем». Матч прошел во дворце спорта «Видное». Уже с самых первых минут поединка на паркете чувствовался дух здорового соперничества. Обе команды – соседи по турнирной таблице и примерно одинаковые по силе игры. Красноярск – это хорошая сбалансированная команда с опытными русскими игроками и с легионерками тоже хорошего уровня. Поэтому я думаю, что сегодня зритель увидит качественный баскетбол. Так и получилось. Временами матч напоминал настоящее сражение. В первой четверти спортсменкам из Красноярска удалось вырваться вперед. Однако уже во втором отрезке наши баскетболистки, благодаря слаженной игре и высокому проценту реализации мячей, сократили отставание до минимума. А в третьем вырвались вперед. К тому же на стороне «Спарты НК» были болельщики. Встреча проходила при горячей поддержке родных трибун. Очень увлекательные, очень хорошие наши девчонки. Самые лучшие. Я думаю, мы победим. Чего же мы на своем поле, да не победим? Вы что? Конечно, мы. Я, конечно, не сильно разбираюсь в баскетболе. Я просто как бы любитель. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, что они в хорошей форме. И вот на все матчи, которые я ходила, там их немного, на которых я была, они побеждали. Поэтому, я надеюсь, они здесь победят. Благоволила нашим баскетболисткам и спортивная удача. На финишной прямой удалось удержать драгоценное лидерство и вырвать у Красноярска валидольное преимущество. Лучшей баскетболисткой встречи признана спартанка Сивара Нуретдинова, которой, к слову, в день матча исполнилось 20 лет.